Александр Христенко, канал «Россия». Владимир Владимирович, мобилизация в России была объявлена вашим указом. Министр Шойгу, министр обороны, объявил о ее завершении. Стоит ли нам ждать вашего указа и по этому поводу? Да нет, я думаю, с юридической точки... Да, конечно, это было сделано моим указом, потому что по-другому, по закону невозможно. Но было сделано это по предложению Министерства обороны, это естественно. А сейчас Министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Я с юристами, кстати, поговорю, даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена, точка поставлена. Министерство обороны вообще-то первоначально вообще гораздо меньшую цифру называло. Но потом, в конце концов, пришли к выводу, что нужна мобилизация 300 тысяч. Обращаю внимание на то, что было сказано министром обороны при докладе. 41 тысяча находится в боевых порядках вооруженных сил. Это значит, что 260, или точнее 259 тысяч, часть из них находится в войсках, в составе группировки, но участие в боевых действиях не принимает, а проводит слаживание. Остальная часть на полигонах находится. То есть 200, почти 260 тысяч человек вообще не участвуют в боевых действиях, проходят подготовку. Вот так или иначе, в той или иной степени. И на этом мобилизация завершена.